Здравствуйте, Руслан. Это видео про ваш одуванчик. Фокусное расстояние запрограммировано 200 мм и все диафрагмы от 3,5 до 22. Вот, теперь о нюансах наклейки. Так, вот смотрите, это ваш одуванчик. Это вот такой же телеар. Сейчас смотрите, объектив выкручен на бесконечность. Когда объектив выкручен на бесконечность, мы видим, что задняя линза находится немножко выше байонета. И одуванчик должен быть наклеен вот на вот эту тоненькую черную юбку, которая находится с внутренней стороны байонета. Сейчас я вот выкручу, чтобы линза не мешала. Вот, вот смотрите, видите, вот эта вот юбочка, и вот в этом месте с ориентацией на красную точку должен быть установлен одуванчик. Юбка пластиковая. Место наклейки одуванчика нужно будет обезжирить и немножечко зашкурить так, чтобы оно было более-менее шершавым. И внутреннюю, вернее нижнюю часть самого одуванчика тоже нужно будет зашкурить. Смотрите, одуванчик немножко шире, чем эта юбка, но это не страшно. Он будет держаться на суперклее. То есть, смотрите, внешняя стенка края одуванчика должна быть вровень с внешней стенкой черной юбки, не заходить на серебристый байонет. Итак, вы зашкуриваете нижнюю сторону одуванчика, обезжириваете это все спиртом или изопропиловым спиртом, берете суперклей. Лучше, конечно, взять суперклей гель, который не так быстро засыхает. И наносите его только не из тюбика на поверхность юбки, а сначала капните капельку клея на какую-нибудь бумажку гладкую, или пластик, или железячку. Вот. И зубочисткой или спичкой буквально чуть-чуть нанесите на то место, где будет наклеен одуванчик. Ориентируйте одуванчик вот так, средним контактом, то есть он четвертый слева, если так смотреть, или второй справа, ровно по красной точке. И фактически надобности в применении калибра не будет. Вот, сориентировали. Ну, в принципе, можете по калибру, хотя я на советские объективы всегда наклеиваю, ориентируясь на красную точку. Сориентировали, приложили одуванчик и подождали, пока он высохнет на своем месте. И только после этого вы можете снова сфокусировать объектив на бесконечность, чтобы убедиться в том, что линза при подъеме в это фокусировочное положение не сорвет одуванчик. И потом крайне аккуратно вставляйте объектив с одуванчиком в камеру и из камеры. Вот. Я вам дам ссылочку. На моем канале YouTube есть подобные видео, как правильно вставлять объектив. Вот. При вставлении объектива в камеру диафрагма на нем всегда должна быть на положении 22. Это так называемое автоматическое положение, при котором вы в камере выбираете нужное значение диафрагмы, и оно будет отрабатываться автоматически на объективе. Но в связи с тем, что конструкция прыгалки вот этого рычага управления диафрагмой на советских объективах немножечко отличается от никоновских, то нужно будет вводить экспо-коррекцию для того, чтобы получить правильно отэкспонированную картинку. Спасибо за внимание. Сейчас я упакую ваш одуванчик и отправлю вам.